Ранее мы просили на всех этих УИКах отменить итоги. Мы просим по ним сделать только пересчет в присутствии представителей КОП-медиа, возможно, наблюдателя, возможно, юриста. В случае, если будут выявлены существенные нарушения, которые действительно влияют на подсчет, в таких УИКах отменить итоги. По референдуму 4 участка 11.07, 13.39, 13.36, 12.46. Отменить итоги голосования по выборам депутата местных кенешей на участке 11.58, по референдуму и Бишкекскому городскому кенешу 13.43. Провести разъяснительные беседы с участками 12.43, 13.33. Это решение, она не только просто незаконная и необоснованная, она там сплошь и рядом ссылки только на фейковые видео. И, к сожалению, Бишкекская территориальная избирательная комиссия, она взяла за основу именно эти фейковые новости. Там указываются два факта, по которым якобы возможны подкупы. Никаких доказательств о том, что это действительно подкупы со стороны партии или со стороны его членов, на сегодняшний день нет. По закону наблюдатели не имеют.